Еще недавно Заводской район варварски лишился благоустроенного парка аттракционов в сквере Дружбы народов. Сегодня новый детский омбудсмен области Татьяна Загородняя провела рейд по детским игровым зонам Заводского района. Эту площадку около аварийного дома по адресу Киевская, 10, жители сделали сами. Где-то нашли старые турники и резиновые шины. Но эти сооружения вряд ли можно назвать безопасными. Представители администрации уверяют, что следить за состоянием площадки должна управляющая компания. А жители говорят о другом. К нашему дому не только 10-й, и 11-й, 12-й, 1-й, и все приходят, и все здесь пьют, а дети играют. Чего там площадка? Тут было все завалено деревьями, говорит. Ну, деревья спилили, она валялась, и никому не надо. Ну, наш дом никому не относится, ни к чему. Недалеко от самодельной площадки обнаружилась территория, предположительно обустроенная для детских игр. А что делать с разрушенным, неогороженным зданием, администрация Заводского района решить не в силах. Ну, судя по надписям на стенах, сюда лезут и дети, и лезут подростки, лезет молодежь. И рано или поздно это закончится трагедией очередной. Ведь это понятно же. Что делать? Влиять на тех, кому предоставлен земельный участок, добиваться того, чтобы они предпринимали меры по недопущению. А есть ситуация... рычаги влияния на этих людей? Административного ресурса в администрации района по данному направлению у нас нет. То есть мы не можем привлечь их к административной ответственности. Администрация Заводского района не видит своей вины в неблагоустроенности детских площадок дворовых территорий. Однако горки и качели в скверах – это ее забота. И тут игровые конструкции также не вызывают доверия. Ну, по сути, посмотрите сами, да, здесь вот мы приходим, дети вот только вышли, все грязные. Это ладно, это отмоется, а по сути играть негде. На эти же площадки мы приходим, потому что больше некуда. Ни сквериков нету, ни дорог даже. Вот покататься детям на велосипедах, на роликах тоже невозможно. По словам детского омбудсмена, увиденное больше похоже на ад, чем на зоны отдыха детей. Но что теперь собирается предпринимать уполномоченные для обустройства территории безопасного детства? Вот каждый присланный запрос, он обязательно будет разбираться по полной программе. То есть с привлечением всех силовых ведомств, с привлечением, естественно, и администрации, с привлечением и всех лиц, которые ответственны за это, и обязательно общественность. Потому что без общественности мы вообще не можем это ничего решить. Потому что это не администрация под окна бросает мусорные пакеты. И на этих детских площадках сидит, распевает. В итоге получается, со стороны администрации основной рычаг решения всех проблем – это работа с населением. Каким образом общественность сможет облагородить аттракционы, также никто не пояснил. Остается только надеяться, что активность детского омбудсмена не иссякнет после первых месяцев работы. Валерий Павелко, Матвей Фляжников, «Открытый канал».